22 года подряд красивые и амбициозные ангарчанки стремятся выиграть конкурс «Россияночка». В жизни любящие матери и жены. В карьере профессиональные специалисты, а на сцене вообще способны перевоплотиться в любой образ. В этом году за титул борются 6 прекрасных дам. Это конкурс не мисс, молодые девочки, где участвуют, а уже состоявшиеся женщины, которые имеют, как правило, уже семью, на работе добилась каких-то результатов. Поэтому здесь вот конкурс таких, ну, можно сказать, деловых женщин. У современных россияночек не минуты свободного времени. Кроме работы у них есть хобби. Конкурсантки разводят собак редкой породы, читают стихи, поют и прекрасно танцуют. Душа вырывается! Как бы ни было, и я свободная! Ой, жениху ворот, ой, жениху ворот, дожидается. Мне помогали все мои друзья, все мои родные и близкие. Они принимали активное участие в подготовке к этому конкурсу замечательному. Я очень рада, что я в нем участвую. Это столько эмоций, столько впечатлений. Мне кажется, этот момент у меня запомнится на всю жизнь и будет долго жить в моем сердце. Сибирь-матушка. Этот образ выбрала для себя Татьяна Шерстнева. Начальник информационно-аналитического отдела городской администрации поведала о бескрайних просторах и богатствах родного края. Доброго здоровья вам, земляки мои, сибиряки! Дарую вам свои несметные богатства! Не только артистичные, но и грациозные. Последний конкурс – дефиле. Причем показать нужно не только себя, но и костюм. Настолько широка палитра выбранных символов России. Внутри все цепляет, все бурлит. Думаешь, как же эти 10 баллов поставить, как же все-таки конкурс, да? Выбор пришлось сделать не только жюри, но и зрителям. В итоге приз зрительских симпатий достался Дарине Стародуб и Татьяне Шерстневой. А вот звание «Россияночка-2015» присудили Наталье Васиной. Я не шла за победой. Я шла просто что-то себе доказать, что я могу, что я неплоха, хороша. Вот, попробовать свои силы, попробовать себя. Все получилось, и я очень рада. В этом конкурсе нет побежденных, ведь каждую участницу одарили овациями, признанием и морем цветов. Елена Мильвет, Михаил Тырышкин, «Местное время».